И бандочка. Подтянулась почему-то сюда. Каюшка с Витюшей. И наблюдают, а? Ой, хулиганы. А где Филипп Филиппович? Что-то я его не наблюдаю. Так, я сюда сейчас вернемся. Видите? Хулиганье молодое. Сейчас я поближе понаблюдаю за ними. За бандитами. А, Кай? Витюшка. Или это... Подождите. Господи, мне солнце в глаза светит. Не могу понять. Лежал вроде Витя. Встал вроде Филипп Филиппович. Вот артисты. Молодые. Куда пошел? Вот он. Ничего не вижу. Солнышко прямо в глаза мне. Сейчас куда это? Под самолет. Ага. И Каюшка пошел. А я-то думаю, куда ж пойти, что такое сотворить? Ай-яй-яй, что-то вдвоем вы, а, пацаны? Пошли. Попы толстые. Скоро в экран не влезут. А Каюшки там точно не влезет. За мяском. Пошли, наверное. Красавица. Покушала мясо. Мальчишки. Вот они. А сейчас. Он сейчас пойдет за очередной порцией. Тут я сейчас видела еще картину. Сейчас мы с вами посмотрим, сейчас посетители обойдут. И я переведу экран на другую сторону. Вот. Видите, тоже у нас картина маслом. Издалека не вижу. Леон, что ли? Потому что чип только сейчас лежал под мостками. Господи. Какие они шустрые, а? А, это Дейл. Дейл. Все, он ближе подошел, теперь я даже я вижу. Ой, хвост какой. Пробую. Представляете, у них какой простор. Раздолье, какое красота. Там же у них еще вот там, как говорится, такая заначка. Ну, девчонки поели, видите.
Вот. Блондинка, по-моему, тут Герда туда пошла. Наверное, еще за мяском порцаечку. Порцию такую. Это сюда идет девчулька. Вот здесь вот тоже, видите, девчонки здесь лежат. Загорают. Ой, лапчики сложила как. А эти под деревом. Ага. О, смотрите, там кто. Угу. Поэтому, наверное, Дейл туда и потащился. Он отдает или себе? Гек, что ли? А кому он отдает? Пока девчонки сейчас целуются. Вот еще одна идет. Красота ненаглядная. Какая красивая. А там все глаза просмотрел. Посмотрите. Вот убейте, не вижу, кто это. Далеко. Оп. Ага, ага, чуки-геки, все, я чука узнала. Сейчас. Ага, и Дейл. Вот смотри, под забором еще, под забором еще. Темно коричневое, видишь? Ну что, они довольно мирно гуляют, никаких этих нет разборок, стычек. То есть и Чук, и Гек, и Дейлик. Я вообще рада была бы всему этому, чтобы они дружили, никаких разборок. Вот. Абсолютно без разницы, кто вожак или не вожак. Ага. А вот и Чипочка. А, ну правильно, девчонки-то сюда ушли. Вот. Делик вернулся. Поэтому никаких. Не надо там говорить, там прям люди так прям все свергли. Это, ну, да, они, может быть, и погнали кого-то за мясо. Вот. А так никаких проблем. Вот, пожалуйста, я вам показала. Чук и Гек пошли абсолютно спокойно. За ними Дейл, никаких стычек не происходит. Все бывает. Это же львы. Это же не... Если коты домашние дерутся. А Чипа наш к своему гарему пришел. Так что вот так. Любвеобильный наш Чипулька. Давай покушал. И пришел отдыхать к своему гарему. Девчонки все сюда пришли. Сейчас еще придет один лев. Я увиденной картиной очень рада. Наверное, мясо и оставили там косточку. Смотри. Плачешь? Ну, эти пули не знают, как вы. Девочка. Стой, Шишо. Левица охотились, помнишь? Плачешь? Шрамок заставлял. Смотри, он ел. Все, ел. Это все мое. Да, Чипик? Все мое. Куда ты весь на льви? Да. Так что всем привет. Из утреннего тайгана.